Всем привет. Здорово. Привет. Ой, дай систа, этилирку дал. А есть почта у кого-нибудь? Может кто поставить? Сейчас поставлю. Вот стоит. У кого там была сова твинком 250-я? У меня. Может ты сову пойдешь? Так ну, как тут нет никуда. А, блин, жалко. Нам бы просто на леди понадобилась еще одна сова. Я там только десятку обычку закрывал. Присуманьте. Что-то как-то много трэша. Присуманьте тоже. Мы пока трэш бьем. И вот тут много можете лететь пока сами. Я репу покачал.
после этого трэша поставьте шкаф. Суманим людей. Круто. Болтар, рожденный в бритве. А чё я в обычке? Чё, кстати, десятку вчера ходили какую-то? Зуламан ходили, но ласта не убили. А чё, он сложный, что ли? Да нет, там пати такое. Типа вылеты были вагоны? Многие. Вагоны? Я понял. У нас не было совы, не было БРа. Может, пройдем сегодня после РТ. Еще у Big Damage есть КД с ЦК 10 гир с неубитыми квартальными боссами, можно туда сходить. Так, Айна Вен. А куда Айна Вена засунуть? Потому что его нужно, скорее всего, пихать в рейд. Он же у нас мейн хапал. Ну кто-то почилит, значит. Желуди. Ну, значит, я. Например. Ну, как вариант, если ты хочешь, ну, в принципе, можешь почилить. Ты же хотела почилить. Вместо кисы будут чилить, а наверное. Заменить. Ну, у Зулзи на ЕП нету, чтобы что-то забрать. Как будто у меня есть. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Сори, что немного опоздал. Твоя сила на исходе, древнейшая. А ты хочешь почилить? Не, если есть там кто хочет, я могу уступить. Да не ты. Хотя я не знаю, кто ты. Я. А, теперь понял. Да так-то по барабану, ну типа маг не лутанет шмотку, потому что ее другие лутанут по ИП. Вот и вся история. Ну он может на замене сидеть, чтобы ИП получить. Хотя бы. Ну да. Ну и вон Зухля пишет. РДД нам, наверное, будет получше один. Макс, что ты там из Зуламана ливнул, чтобы пойти с нами на РТ? Мне, если что, в принципе, пофиг, я даже гильдии не состою. Так за компанию пришла. Тыгните. На сумон. Ну, блять, потыкайте на эту хуйню.
Для выставки. Так, оставлю рыбу. Вот рыба. Да, уже вроде стояла как бы. Тут ровист АФК, и он в инсте. Он это, придет. Поэтому он не сказал, можешь. Что там пакет занести. Ну вот, маг, значит, за дверь им будет сидеть. Ну, либо надо с Зукли выйти. Зукля. Он выходит. Так вот, Дживс кому нужно? У кого друиды есть? А, вон реально уже есть сова. Это хорошо. Что, сова нужна? Целка Геру, да, на леди. Ебать. Чисто из-за вихря. Ну, может, Рависта живет. Короче, я не знаю, Зулзин, пришел тебе сумон или нет. Кто-то в инсте находится, поэтому я пуляю босса. А у тебя проходка есть, Дудин? Не знаю, есть или нет. Ебать, он мелкий стал. Он еще с детской приправой. Там как-то на рейндж получше разбегайтесь. Это что-то моб отхилился. Пиздец. Вот эти лучи красные, это пиздец. Это хуёво. Что ли до 100% захилился? Давай, наверное, массакру. Ой, что-то какой-то, не знаю, день пролетел у меня как одно мгновение. Киберпанк играл. Жалко, конечно, ту гильдию, что развалилась восьмичасовую.
развалилась гильдия какая-то. Там все поливали. Ну, X5 ушли. Там, если что, если исступление не снимать, его захиливать надо, там повнимательнее. Вот дикон может быть. Может буребая резнуть, то вдруг еще раз придется захиливать и не получится у хилов захилить. Как так? Это только агра, что ли? Не понимаю. ХЗ вначале вроде давал даже на пол у тебя. А кто-то с макроса просто убрал меня. Нет, у тебя есть макрос, я тебя жму. Ну только что-то у меня это не показывает то, что ты на меня кидаешь вообще. Да, ты смотри, в чат мне показывает все. Эти вон видилку кинул. Найди, я в details смотрю, там не показывает. Не, у меня в details показывает. Вот еще. Он чекни в худилку. А в кашке, конечно, показывает. Это круто, блять, ребята. Ранник, что у тебя там? Сколько осколков еще? Тринадцать. Леди, пройти, осколки посыпятся. Там почти с каждого босса падают гели. Что-то с агром сделали, что-то не вкурило. Что-то меняли. Давай, Вилаш, это 4. Вчера тоже с ДК ходили, тоже мылись, что-то горит, что-то с агро. Типа не набираем столько. Так они же это, типа, порезали ДКшником агро, по-моему, агронабор как-то. Вот у ёбки, блядь. Это чё, блядь, ну, теперь? Ну, кстати... Вы опоздали. Рубиновое святилище... Что касается ДК, недавно сталкивалась. Кто-то другой танчил. Пришёл у нас ДКшник дамажить. Он холик. Срывал только так. Однополный. Уменьшать агро нахуй, когда, блядь, выпускают Т4, блядь, которые по 20к дамажат, нахуй, это вообще, ебать, не знаю, нахуй, блядь. По ощущениям, ДКшников поломали. Ну, типа, чтобы на пульщики были в рейде, ханты, да. Типа, их никто не берет. Я согласен, да. Правильно, нехуй прохлаждаться, блядь, надо напуливать.
Хоть что-то полезное будет. Да, ноль нахуй вырезать агро нахуй, чтобы 5 хантов и 5 рог было в рейд брать. Да, вот так. Вот, и сука. Вот так проходить. А остальные классы пусть нахуй идут. Да ебать, ну это же считать надо все. Не знаю, надо рыбу, нет, хуй знает, оставлю. Так, Вилаша свет тончит. Акиса, в тьме будешь? Нет, надо, блядь, свет кого-то. Давай. Он реальный. Похилит свет? Не знаю. Ты в холике? Да. Чё, во тьме не хочешь? Мне вообще без разницы. Так, этот самый... Кто он, блядь? Акиса, ты в свету дамажить будешь, он реальный во тьме. Так. Бахилам... Во тьме. Ну давай я и на венты скиллованный. Геншин и бидон. А буребай скилла и чилити в этом в свету. Да по идее в свету я в соло захилю. Да, буребай пускай будет. Это самая Вилаша свет танчит. Я тьму. Первая, вторая во тьме остаются, а третья, четвертая выходит свет. Там на перебежках иногда просаживаются, если танки сейф не жмут, они падают. Рависта нету. Он тут. Сейчас я ревелюсь. А Боб по танкам кидай. Че, ревелюнулся? Да, сейчас уже прогружаюсь. Буквально секундочку. Это, зайдите за линию, только не спульте босса, вот тут вот в квадрате встаньте. А то вы, сейчас я спулю босса, блять, и вы будете стоять там за огнем, блять. Как я бить буду, не могу бить. Файрес поставь, Буребай, пусть себе. Вот. Так, еще раз, Войт. А, Геншин во тьме, да? Я правильно да, слышу? Да. Все. Во тьме. Третий, четвертый вот. Свет, да? Да, третий, четвертый свет. Да. Навент, бидон, геншин в тьме. Килая чилец, буребаем свету. Первая, вторая во тьме. Я танчу тьму. Вилаша свет. Все, не дрыгайте, босс, ничего не тыкайте. О, пидор, блядь. Похуй, переведем. Сейчас я его поставлю. О, заебись. Прибежали. Ага. Треугольника заходите. Вот откуда у тебя столько агрох история, ёбаный рот, что это, блять? Стоп, не дамаг, начинаю крутить потихоньку. Ну ёбаный в рот, ну что это за хуйня? Какая-то залупа нахуй. Ты сам там не знаешь, от чего это у тебя, блять? Предполагаю. Ну и от чего? Ну, топа потом меня пулит, и я в него пулю. Ага. Все, блять, будете в меня пулить теперь. Доигрались, да? Это макрос там переписать и все. Вот это чё за хуйня? Жрание на рависте, блять. Заходите в лужу, падайте.
Чё ты стоял не выносил? Я думал, ты уже выбежал, блядь. Стоит, стоит, блядь, с этой лужей стоит, блядь, полчаса, блядь. Там тоже Буриба и Хилай, заходите. В инст не заходите сейчас, иначе ошибка у вас будет. Во тьму зайдите, сдохните спиной к боссу. В инст ты не с дебафом должен выбежать, да? Пока не заходите, сейчас не исчезло еще. Все, свейдился, можно заходить. Если надо, могу восьмой перекатить. Вообще без разницы. Ребятушки, есть жив кого-нибудь? Рыба в квадрате. Он жив стоит. На пулы только на Войда. Во тьме. Роги. В свету... О, в свету на пулу нету, нахуй, ясно. Ну, там рогов нету, нахуй, что-то роги срывают. Там еще этот... Да вроде не забагалось, сейчас у него он показывал. Стойте в квадрате. Есть теперь бы кто там последний убежал быстрее. Ну, прикрыли лавочку, но. Да не, потом через канцлавру сделать, да и все. Ну вообще, да. Если типа, если так, то да, можно через канцлавру. Так, готовимся. Хорошо. Ну а чё вы? Не понимаете, да? Вот круг, когда делится на 120 градусов, это треть целая прибежали. Это треть. У этого пидора дыхание это 120 градусов, конус. Я стою в середине пачки РДДшников, РДДшники живые, нет. Ну вот, а два трупа вот этих бичей, он стоит как раз 120 градусов в линии, вот где огонь разлился. Ебать. Рви с трессой ворлда, если достанешь. А этот водикон киваю. Рви с ворлда. Заходите. Интересно там норвисты, что-то не понял. Выбегай, выбегай, выбегай. Так, лезвие будет, сейчас готовимся, на шарик смотрим. Вот шарик, я от него ухожу. Вы двигайтесь сбоку дракона. World может зайти. Хотя похуй, стой там. А, ладно. Киса. Смотри, в шарик не зайди. Стопнули дамаг, первая, вторая, третья, четвертая на выход. Киса тоже выходит с ними. Вышел. Давай два носка выноси. Ризен, бидон выноси. А киса в свету Геру. Бидон, шарик не забеги. Так, а чё у нас? Рави сдох? Как ты сдох, блядь? У него пинг пизданутый. А, призан уноси. Бидон давай, Гер.
Перебежали свет. Пинг это хуёво, конечно. Перебежали. Че, три чешки? Угу. Хиловских. Панковских, но. А когда чешка выпадает, нахуй люди и ливают с гильдии, блять, игру удаляют, нахуй. Что нихуя. Сейчас, блядь, три пояса кольчужных выпадет, блядь. Ни разу СПД чешка не падала. Да падала, блядь. Викторка. Перебежали. Чё там? Говно там, блядь. Да, танковское и кольцо на ловкость. Ну, плащ. Плащ хотя бы, блядь. Танковское. Ребят, блядь. Давайте вы не отъедете сейчас. Слушай, выйдите, ты чё стоишь? А я там... Не почекать вам лут, да, спецназ? Танковская... сувенир. Кольцо надо кому-то? Сила атаки, ловкость, меткость. Крит меткость, хуй знает даже на кого это. Не знаю, оно лучше будет, чем проковое кольцо, которое стоит. Да блянь, да почему? Хуй знает. Да не, проковое лучше, ты чё? Плащ. Так, первое имя имён на плаще. Так, что там? 500 кп. Ну что, полетели целка. Ну надо, короче, это... Реально, если сможешь собой пойти на леди чисто. Чисто из-за того, что она вихрь умеет давать. Чтоб челика. Ох, зайду, правда, у меня аддон там вообще не настроен, там 2 минуты 3 настрою, нормально. Да, там похуй вообще, ага. Без разницы.